Они все умирали. Чел, я понял, что ты играешь на темном юстицаре, но иди нафиг. Нет, мы я, будем кстати, себе. Факапнулся одно прохождение перед темным юстицаром. Темным соблазном. Ой, да, темным соблазном, наверное. Проверка не прокнула, я чуть там, ну, зафакапил. Сори всем, на кого накашлял. Хорошо. Кстати, как оказалось, я так понял, ты не выбираешь, да, эту сцену? Типа, а, блядь, ты про это? Или... Ты, блядь, ты кто? Ты о чем? Про темного соблазна, ты же за нее играешь. Да. Значит, рандомно, да? Ты кого-то ебнешь? Нет, она почти всегда прокает, насколько я понял, потому что у меня два из двух барда умерли. Не понял, про бардов не понял, блядь. И потом еще этот... Короче, Шедлхард тоже прихуярил. А почему я не могу вернуться в лагерь? Что... У нас опять лобак сломался, блядь. Я не могу зайти. Олег зашел не на своего персонажа, не могу его перекинуть и все. Я даже не зашел. Ну... Ты его сломал. Давайте вы меня просто убьете и все. Ну, может, я просто дать пизды? Ну давай. Это не будешь сопротивляться? Ну, смотря в каком смысле ты мне будешь давать пизды. У меня хуй. Да будет. Бля. Я ливаю. Убери, блядь, игру, Егор. Да? Ну, я не могу зайти, походу. О, что-то пошла загрузка, слышишь, ну? Да ладно. А! А куда ты заходишь, если я не в игре? Да все, тебе. Смешной вопрос от Егора. Там Олег усердно грузится на сервер, который не существует. Уже нет. Он уже помнил. Бло. Нихуя, бля, ебать ты, Денчик, вообще. Ебать, это, ну, чё к чему, блядь? Да он, я, он понял. Я ты ему можешь... хуй скинул. Да, было, подтверждаю. Ты вообще из игры решил выйти, Егор, нихуя? Да, будет что... пиздеть на Егора, будет иметь дело со мной. А что, философы или философы говорит про таких, как Чикатило или других маньяков? Нет, ну, например, Сартр и Симона де Бувуар... Блядь, я не на Доберса запустился, сука. Сказали бы... Договоримся, не почему пивать. Впрочем, не важно, что они сказали бы. Да. Сейчас еще, блядь, зарисаю. Блядь, я нашел коллегу на стрим. Надо другое что-нибудь привезти. Это вообще... Ну, в принципе, Мишель Фуко сказал бы... Пиздец. Что? Да какой-то мертвый взгляд жрет какие-то камни, это блядь, тоже, колено. Тоже, пожалуй, шеи, не буду, а то находит. Сделают еще людей. Гоблин сидит, сука, маленький. Нахуй. Ебало больше, чем половина туловища. Ну, может, это как бы проблема в том, что они французы и 20 век. Опа, вот Фридрих Энгельс, например, он сказал бы... Пиздец, выровнялся. Лучший в мире. Да. Так. Тоже, пожалуй, не буду. Заходим по очереди, чтобы никто не сломать. Поймал. Да что сейчас было? Олег, констатировать, что хороший национализм. Олег, ты заходишь первый, заходи. Элоси. Ну, блядь, ты сам не можешь, сука. Идите мне, блядь. Генералы. Мы это да. Всем привет, дорогие друзья. И нахуй ты на перса Дэна зашел, гондон. Захотелось мне. Это пиздец. Блять, что это за патриот стоит, блять? Что это? Так это же я. А я где, блять? Подожди, сейчас перекину тебя. Тебе нравится мой скин, Олег? Ты перекинулся? Да, перекинулся. Заходит второй. Кто? Зря кто-то играл, нет? И мы здесь вышли. Нет. Костя, заходи. Костя не тут. Где он? Ну, где-то отошел. Костя, заходи. Ладно, тогда заходит Дэн.
пиздан. Понял кто-то, нет? Да. Пошел нахуй. Вот Дэн молодец, на своего перса зашел. Ну. Потому что я знаю, что... Бля, нахуя таб открыл? Да ничего. Нормально. Вот именно. Реально, чё в табе? Чё-то в табе, блядь. Подождите, у меня написано то, что у него надет кольчужный доспех. Он... Но ты можешь выбрал, чтобы не отображалось. Да, ты можешь выбрать, чтобы отображалась твоя одежда, которая одета на тебе в лагере. Вот смотри, смотри на меня, видишь, я сейчас в трусах. Их я могу менять. Видишь? Вижу. Тебе нравится? Очень. Правильно. Убери это. Где я нахуй? Ты упал. Боже, вот так заебись, нет? Ебать, у тебя еще трусы идеально подходят к тебе. Исходит, блядь. Олег, открой там. Что я нажал, блядь? Что я сжимал? Какие сундуки, блядь? Вот, а ты там открыл? Да открыл, я все закрыл уже. А ты сможешь сделать обзор ради меня? Нет. Ну кликни один раз, чтобы сундук у тебя просто перекинулся и все. Да я кликаю, ты че, я потом кто, блядь? Дебил, блядь. Сразу сори за всеми. Я не могу ничего сделать, помоги, блядь. Сундук застрял. У меня Олег через... Ой, у меня Егор... Как сундук отпустить, ебаный в рот? На какую кнопку? Все. Конец-то. Блядь, беги. Я предупреждал. Пойди, что ли, поискать, кого убить. А мы... Сейчас Костя придет, мы пойдем убивать. Ну или можно без Кости пойти убивать, он сам пойдет. Ладно, давайте подождем. Да пошел он нахуй. Врубо. Да блять, как выкинуть 15? На бы ты лестницу мне сломал, гандон. Короче, скажите, ребята, когда... Депайся в вымершую деревню, идем ебальники всем ломать без Кости. Костя, пидор. Давайте Костя подождем. Да похуй, бед на него. Почему? Давай, идем. Григорки, идем убивать всех. Мне нравится, когда ты зовешь меня по имени. Матео де Марзелло. Да. Иди к нам, давай. Куда? Наверх. Вы где? Сука. Куда пиздовали? Да, о, все, я вижу. О, как я помню, ты мне сказал сюда не ходить. На, пока не надо. Одному тебе туда. Но нужно Карлах, да, найти или нет? Да, мы идем за Карлах. Да, ну вот. Давайте ёбнем. Они добрые гиены или они злые гиены? Не, они злые. А, ты там разговариваешь с ним так? Зачем нам убивать Карлах? Может, Дэн захочет ее трахнуть? Кого? Карлах. А, Карлах, тогда понял. Бля, Егор, он мне не сохранилось, да, то, что я менял? Ну ладно, похуй. А чё же распухшая гиена? Она не сможет стать с ней всё равно? И она через два хода вырастет из нее гнол огромный, страшный, их надо убить до этого момента. В этом смысле? Да, из них вырастет. Ну я вон тех двух таргетну слегка. Еби их. Чё, охуели? Ну нахуй, нихуя себе. Сильнейший. Ебать, я лучший в мире. Я б тебя отсосал. Сделай. Так, мотай, там раздавал, как-то стоит что-то. Нихуя он стрельнул. Да. А как он одной стрелой двоих убил? У него спал такой есть. Ебать, Олег. Ну это две стрелы было, получается, а я одна. Олег. Идем налево. Пацаны, да я бы их два хода сам бы раз... Что это? Что здесь происходит?
Че, драка за дракой, нихуя себе, что-то в игре происходит? Че за гнул, гнул, говнул? Понял, что нет? Гнул, говнул, да, понял. На нахуй. Ай, блять. На нахуй. Пидорас. А, осуждаю. Игорь, пригласи, пожалуйста. Ой, за что, блядь? Это пиздец. Что случилось? У меня нет, блядь, бонусного действия, я не могу превратиться в гигантскую хуйню. Я птицу. А, да? Опа, почему я голый? Почему ты голый, блядь? А вы почему? Ладно, я постараюсь помочь, Егор. Давай. А, клинок фронтира выследить кулак. Как тебе? Нормально, люто. Мы сейчас пизды, да, пойдем получить? Да, да. А моя помощь тебе больше понравилась, Егор? Вот так еще могу, Егор. Вот, это помощь вообще заебись. Йо-ха-ха. Не хихи-ха-ха. Хи-хи-ха-ха. Че, ты добьешь эту хуйню или добить ее? Кого спрашивает? Твой ход. А, ты не ходишь? Так он тоже ход. Твой ход. Сверху написано, чей ход. Сейчас твой ход, потом ход Мрази, и потом уже Егор. А-а-а, я думал, сейчас у нас всех четырех ход. Вот как не может быть. Логично. Повезет. Что он делает? Он готовится. Так долго готовится, чтобы промахнуться. Хорош, блядь. Критический удар. Кто пиздел? Кто пиздел? А почему критический удар на минус 1 хп, и у него одно еще осталось? Так он умер. Он его в ног отправил. Он типа его победил, но он не умер. Ты, блядь, что сделал? Ну какой это чел за деревом от меня спрятался? Алло, не бойся меня. Я нормальный. Не ждал? Егор, на. Ты долбоёб. Почему у меня второй тип тоже голый теперь? Я не голый, я в трусишках. Сука, я не добегаю ни до кого. Бомж. Киллы еще. Бля, меня сейчас убьют. Да нахуй. Его убили. Не, охуенно, он скинулся в меня на 24 дамага, спасибо. Держи, друг. Спасибо, друг. Ну надо перед тем, как они еще раз в меня скинулись, что-то мне с ними сделать. А, там я ничего не сделаю, там еще ход у долбоеба, который сзади меня стоит, да? Ну, чуть поможем тебе еще. О, спасибо. Ну я все. Вот он, легендарный саппорт. Побежал. Ну а вообще как ты хотела, блядь? Может ты выживешь? Нахуя я тебя хилил, блядь? Нахуй ты, блядь, просто нафидел? Пиздец. А вопрос можно? Конечно. Какой? А что за сложность тут? Баланс. Найс баланс. Как говорится. На нахуй. Ослепил его, блядь.
в нокауте, в скобочках, на совсем. То есть можно написать, что он мертв. Нет, но он не мертв, он просто это... В нокауте навсегда. А если ты в нокауте никогда в жизни не встанешь, значит ты умер. Блять, но он же дышит, значит он не умер. Не согласен. Ну, человек в коме, он же... Если человек в коме находится больше, чем 10 лет, и будет также находиться в этой коме еще 100 лет, значит он умер. Но он же дышит, значит он живой. Я не согласен. Ну а растения, они мертвые или живые, да? Растения живые. Не, смотря какие, живые или мертвые растения. Охуенно. Хороший вопрос, блять. А я пропустил свой... А, я же... Да, 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 пришлось пропустить. Где я, блять? Оп, попадание. Откуда голый чел материализовался? Ура! Где там этот лежащий долбоёб? Парни, вот я понял, как мы дерёмся. Нам чел даст пизды. Не, нормально. Нормально мы дерёмся. Ты спросишь, просто маг напитил, блядь. I need to rest soon. Что здесь происходит? Я за крылах пошел, ничего не знаю. Смешно, бык ходит. Ебаный дебик. Куда вы пошли? Я крылах пошел. А может перед этим долгого ебнем или? Так, если начал с крылах поговорить, то крылах с нашим тиммейтом будет. Да, она пойдет на пятый. Поэтому надо. Блять. Бля, Егор, какая есть нормальная двуручка, кроме палающего меча? Блять, в игре хуя двуручек пизда. Первого максимума. Первого максимума, которая у тебя есть. Еще... Блять, да их до хуя. Дэн, как тебе Карлах оцени? Мне кажется, она страпонит мужиков. Нет. Будешь не трахаться? I'm Karlach. You already know I fought in the Blood War. After we've mopped up. Я динозавр, хорошо. Looks like your troops all trooped up. Мы убили или нет? You need to send someone packing if you want me to join. Нет еще. Мы им потом этим займемся. Так мы можем если... ее оставить Дэну, если она не нравится. Или чё? Блять, охуенно. Да похуй, идем пиздить паладинов. Пойдет пятый, блядь. Пиздобол, Егор. Ну, пиздец. Блядь, для чела денется, блядь, сегодня или нет? Что с ним, блядь? Нет. Че за чел? А долги его же сделаем перед паладинами? Да нормально, да, мы так трахнем. Понятно. У меня нихуя нет, надо долги делать. У тебя все есть. У меня тоже нихуя нет. Вы пусть, блядь. Да нет, просто... Мы дикие. В бою можно было что-то прожать, кроме ЛКМа. Бля. Я пиздочек дам. И бля, дядя попа, кстати, нормальная такая. Чего вы говорите все голые, бля, ебаный в рот. Lazelle thinks I have something important to her people. She's deluded, clear lies. She carries. Я не могу так в атмосферу погрузиться, когда все голые. А так? Пиздец. You hear that, Lazelle? It's called common sense. You seek reason in dishonor. Incorrect. Judas, do you hear this, Tripe? Our life, no others, just you and me. The bar. You mean get some rest, Lazelle. You'll need it. А какая то эль? Эти. You had every chance to look the other way. О, нормально работаем. But here we are. Олег не успел потрахаться. F. If anyone asks, I'll say you were transforming.
don't expect to be mourned. Не, да похуй. Пусть режет. На нахуй. Оп. F. Давай. Увы, Олег без секса. Нет, что человека болезно? С ножом ударить камнем по голове, это гениально, нахуй. Камнем по голове. Что пиздела меньше. Пиздец. Оп, личинка, съебалась. Работаем. На этом мы кушаем. На ног. Да, она вообще ебанутая. Slain foe is a gift, blessed night singer. Usher her into your darkness. Ну, у нас теперь два убийцы в лагере, а не один. О! О, Барт. Я просто посмотрите на это. Лежит мертвый теперь здесь. Просто охуенно. Ну-ка, что ты делаешь? Куда он убежал? Я его ограбить хотел. Куда он побежал? Ну, я его ограбил, он испугался, но он вернется. Пиздец. Я тебе дал кофту, которую он дал за квест. Кого? Кому? Что, блять? Инвентарь, открой, у тебя кофта за квест с Бардом за то, что ты его спас. А что, мы не отдохнули? А. Нет еще, у нас диалоги были. Мне так в целом неплохая была, ну вот. У нас Лазель мертвый лежит и негр мертвый лежит. Ну, надо облутать. Вопрос, а кто негра убил? В смысле, у нас просто все умерли? У нас просто кто-то негра убил, блядь. Блин, пиздец. Вело, блядь, он лежит мертвый здесь. Что? Так это ты его захуярил, слышишь? Знаешь, блядь? Да он опять убежал, ты опять его пограбить хотел, ты заебал. Да его грабить можно каждый день бесконечно, у него дохуя ресов. Это пиздец, наба. У меня один вопрос. Ну, я просто никогда не видел, я увидел, чтобы вот эта подруга умирала. Бля, вы как пидоры играете, это вечно какую-то грабить, блядь, давайте нормально поиграем. Мы пидоры. Парни, дайте респект. Ты в сталкера видел, как играешь? Кстати, да, горячо. Так что сталкер это игра хуета, блять. Все хуярил. Так. Игра не для людей. Надо изменить вопрос. Да чего, мне похуй на то, что все остальные думают по поводу того, что делает Бухар. Так. Короче, если я клятва преступник. Блять, че. Как это Игра послушалась. Я увидел. Так. Какой ты говоришь двуручий есть нормальный? Бля, да их полно. Я думаю, каждый помню. Я сейчас... У меня... В сундуке на арке, где я игру прошел, примерно сотня, блядь, вещей лежит. Разных. Я рад за тебя. Да хуя всё, блядь. Я всё не помню. Чё тут ещё какая-то кровавая баня, нахуй? А, кстати, Костя, эти перчатки дал, они для тебя нормально будут. Пиздец отдать тебе, что ли? За шо, блин? Чё вы тыкаете, я не понимаю. Бать. Кто-то явно отменяет, может перестать тыкать, раз кто-то отменяет. Хуя себе, это за шо, блядь? Ай, блядь. Ну нахуй ты ёбнул меня. Пиздец. Мы пиздец, ребят. Я нахуй ты его убил. Сопутствующий ущерб какой-то. Ну, прилетел сюда нахуй.
Ладно, мне кажется, мы запороли прохождение, нет ощущения такого? Всем похуй, спать. Да он заебал, что ты там делаешь, блядь? Че, мы спим или нет? Stop that. Он заевший выстрел. Бля, чел. Че делаешь? Бля, ебал, от меня убегает по всему лагерю. Один убил Shadowheart, второй за ним бегает. Shadowheart убили? Да, вот. Олег просто говорит, бля, давайте не играть как братья, и подошел убил Shadowheart. А нахуй это делаете? Я не понимаю. Ну, бля, это вообще какая-то пиздец. Я тип ебан просто. Что-то негра убили, это убили, Shadowheart убили, просто всех попереубивали. Да. Что-то вообще нет кайфа играть в это. Согласен. Что-то как будто, бля, кто-то хуй знает, чего делать. Ну ты сам какую-то хуйню занимаешься, может все хотели готовы, бля, лечь спать. В смысле, это не я отменял. А кто отменял? Я да ебу, чё, это я спекался, нахуй. Ну, зачем вы предлагаете лечь спать мне? Ай, стоп, подожди, мне же надо пойти оживить её. Бля, ёб. Ну всё, бля. Ну и так встала. Как она живая? Поспала? Все прошло. ПТФ нахуй. Может так эти трупы снести нахуй отсюда или нет? Закопать их, блядь, может? Нормально, да. Мы их ебать будем. Здесь копать без толку. В смысле без толку, блядь? Что вы негра захуярили? А кто негра захуярил, кстати? Кто это сделал? Пиздец. Егор, да, нахуй ты негра захуярил? В смысле я, блядь? Ну а кто еще? Ну вряд ли это Дэн, вряд ли Костя, точно не я. Конечно, точно не ты, блядь. Точно не ты, ты говоришь, что Шедухард захуярил, да? Не, подожди, это другое. Это другое. Мне похуй, я пошел с паладином драться. Да, может, с мечом было бы лучше. Со шлифом. Нахуй ты это делаешь? Че вы делаете, блядь? Ну вы че, идиоты? Да у нас ебло, я не знаю, нахуй. Ну, типа. Алло. Да делать нехуй, ты все тут стоишь, блядь. Так, блядь, может, выйдите из лагеря, нахуй, пойдем пиздиться, сука. Нахуй. Ну пойдем. Да, она да, Костю реснул, блядь. Нас, мы все равно без союзников ходим, какая разница? Ну, вообще большая разница. Григорки идет ко мне, Григорки, молодец. Куда идти-то? Паладину, блядь. Там, где мы спать легли. Мы так недалеко. Просто из лагеря выйдем. Пизды получать. Идем. Это круто. Меч с паладина я себя забираю. А, хотя он не двуручный, по-моему. Он двуручный. По-моему, нет, по-моему, он одноручный. Двуручный. Ну, я зашел к нему, вы там на месте? Сейчас мне надо позже ближе к нему встать. Подожди, подожди, не начинай. Дай тоже залезть. Только ауешки мне не кидайте, если вы хотите ауешки кидать, я дальше... Ну, дальше отойди, значит. Так, может, я что-то выпить могу? Ива. Все, рейди, иди, Дэн. Я вот. Ну все, пиздаем. Чтобы отсюда скрытности дать 15 и застать врасплох врага. Жестко. Работаем. А кто ходит?
Я. Матео де Морозело. А где наш еще один? Вход, у входа. Где Матрикин? Верный удар. Скверный удар. Верный удар. Так. Да, подожди. А, ты ему баф накинул? Уж что вы, блядь. Нет, это деб... Да? Ну вот. Оп, все, отъехал. Интик. Возможно, мы просто рано к нему пришли тогда. Возможно. Нет, мы просто его врасплох застали. Нам... У него не было действия. Умом на крысищах. Легенда на Дэнни. Что ты делаешь, Дэнни? Он меняет значение кубиков. То есть тебе... подкручивает кубик, типа? Да. То есть она бы по тебе сейчас попала, но он сделал так, что она не попала. Ай, блять! Кто меня толкнул, сука? Бля, не подходите. Да похуй, ебать. Почему-то не могу атаковать, не знаю. А, у меня... Почему это какой хуй не спробует наступать? Чего делаешь? Ага. Цель мне досягаем. Увы. А, это... А мне нет ничего ржевого. Нормально. Работаем. Так, спустите со мной кто-то вниз в подвал. Два человека мне надо в подвале. Я, кстати, забыл, что подвал есть еще. Это подвал, я не помню. О, или уже похуй. Не вставай! Блять. Запер меня здесь, сука, с лутом один на один. Ну ладно. Нормально в такси не сижу. Заебись. Так, медведь лутается, можно у него прямо из инвентаря. Так, я скинул тебе перчатки, Кость, для тебя, для паладина. Силы клятвы. Похуй, что я клятва преступник, правильно? Похуй, клятва есть. Shop new metal posters up to 35%. Сейчас идем дальше. Дэн. Ты в тильте? Нет. Матео де Морозело, а ты где? А вот ты. Куда идти? Найдем драться. С кем? С врагами. Где они, ваши враги, бля? Вперед за Мишкой. Ты не торопясь идешь. Ну, есть... Такое. Сложно идти. Ты, блядь, я туда запрыгнуть не могу. Куда идти? Направо. О. А у нас есть? 85, бля, стоп, стоп, блядь. Давай ты первый. А надо с другой стороны зайти. Не-не-не. Давай сюда. Так. This voice is acting as a leash in the cave. Anxious hearts throbbing, ready to burst, ready to gorge on.
the void. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Куда? Уебище. Просто отплакнул. Фу, ебан. А ты что в диалоге выбрал? Опачки. Нихуя хэдшот. А мы сразу с другой стороны, да, пришли? Мы пришли снизу в прошлый раз. Да. Было такое. Тут самое опасное — это варк. Бля. Почему я? Не под, блять, за что? А чтобы не втыкал, блять. Мне сейчас отпиздят, да, за эти все ходы, я понял. Так у нас уебище толкается, ну. Это пиздец. А что ты в диалоге выбрал? Сын, блядь, на него. Да он не успел выбрать. В смысле не успел? Но ничего не выбрал, ты его толкнул, диалог сбился. Я его толкнул до диалога. Нет. Все верно, он толкнул меня до диалога, поэтому мы деремся с гномами. Ничего не понял, у меня был диалог, короче, резко пропал. Ну да, но я его кинул наоборот в файт. Ну и диалог пропал. Нет, я его до этого кинул. Ну ты его... Диалог начался, потому что он его подтолкнул. Да. Я думал, он его подтолкнул, диалог закончился. Да почему? Что? Что случилось? Ну ты как, блядь, как? Ну типа, ну что, я стою на месте, я не скипил свой ход. Нахуй ты ход скипнул? Мне теперь опять нужно ждать типа 10 минут, пока походит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Нахуй, блядь, побежал, уберишник, побежал! Пятки засверкали, уберишника, слышишь? Твари, блядь. Оп. Здравствуй. Нахуй ты себя похилил, у тебя опять было 20 хп. Давай тебя еще похилю, хочешь? Музыка типа не нравится, да. Дэн, а ты как ход скипнул? У тебя пробел стоит или что? Я не знаю, как ход скипнул, я ничего не... Да я не понял, нахуй они пришли сюда? Я мышкой выбирал себе спал, который я хочу кинуть, читал, и у меня просто закончился ход. А, ну по времени, кстати, я не знаю. Бля, у меня есть, конечно, идея, но это опасная идея. Мы видим. Ну хуя тебя хилил, что съебался? А я... Мне похуй, я бессмертный. Дэн. Дэн, ты чё? Делаешь. Ну, так, ебашь. Я вытерплю. Я схаваю. Да не, похуй, это да лучше. Ну у него наоборот, когда у него лохопа, у него баф будет.
А, я не могу пользоваться бонусами действия. Иди на... Что-то не очень хочется с вами, ребята. Давай, Кость. Делай. Ладно, ребята, давай попробуем с вами. Сыкло. За что паралич? Нихуя, это фиолетовый член. Нажимать или убегать, ребят? Нажимай, делай. Давайте. 60%. Я уверен. 60%, ну. Пизда. Кстати, а почему прокатило же или что? Нет. Испытание пройдено, это значит он прошел enemy, на которого кастанули. Ну, ребят. На гитаре сыграй. Пиздец. Сосать. О, они от меня разотянулись. С кайфом. Медведя крита въебали. Медведь, ты выживешь, мой удар? Медведю похуй. Мне не похуй, сейчас на это выходу дохнет, блять. Ач, ага. Другой, да. Друг, не надо. Ладно, с этим я с одним справлюсь, правильно? Вы думаете? Че, Егор, ты выдержишь мой удар? Да, я сейчас опять форму медведя превращусь и выживу. Бля. А, нет, не превращусь, блять. Ладно, похуй, я на инвизи ухожу. Я в твоего отца стрелял так же. В меня все прохнуло, блять. 7-7-6. Заебал. Если не похилишься, то... Возможно. Да, не нормально. Делаешь, блядь. Только мы с Костей, что ли, убегаем, ебаный урод. Да. Че, у меня нет никаких целей. Нет, я тебя скинул. Че ты мне скинул? Зелье. Спасибо. Куда бы мне? Я в твоего отца ебашил. Ватник, а как же ты впитал? У меня ни разу пока что не примахивались за всю историю Baldur's Gate. Как же впитал. Так, ребята, что же делать, блядь? Блядь, а где вообще... 60%, ребят, как вы думаете? Можно его так сделать. Ага, давай. Нахуй съебался отсюда. Что значит заклинание неподготовлено? А как мне его подготовить? Я тебе говорил, это вне боя. Типа тебе надо... Ну ты... Книжечки выставляешь заклинания, которые как готовы, которые ты можешь использовать во время боя. Да, я отъебись. О! Впервые в жизни! Не почувствовал. Дэна под жопу ебаш. Со вторым сам разберешься.
Я бы не был так уверен. Упал. И правда. 10, 10, 10. 4, 5 промах. Справедливо. Так, ребята, я подхожу уже. Легенда. Могу пробовать вот так сделать. Егор, слышишь, хочешь подарок? Давай. Егор, смотри. А, вот так. А, нихуя. Нихуя, блин. Он умер. Оп, Дэн. Я тебе верю. Блядь. Дэн. Дэн. Блядь. Ребят, я умер. Досадно. Упс. Это твой клатч, Олег, давай. А ты тоже умер, блядь? Я нокнулся, да. А если Дэна резнул, уже ёбнет Дэна, правильно? Возможно. Это бесконечная драка, правильно? Нет, я выиграю. И поняли? На no, I would win. Можешь подставиться специально как-то вперед вылезти, но я не могу. Да? Используй Дэна как живой щит. У Дэна ёбнусь просто. О! Так, могу еще попробовать сделать все. Очки. В бою я не могу, давай установить. Да. Оббеги этот камень и бани меня. Ладно. Давайте, ребята, у вас осталось 30 хп тип, башьте. 30 хп тип, да? Я хули так мало, блять, этих процентов? Как проценты повесить на... Блядь, так мало, блять. Да он просто левелом больше, чем ты, типа. Что у него... На его статы посмотри, блять. Мне это ебать должно, что ли? Да. Да, не пони в него какую-нибудь магию. 50%. 50 не 0, ебаш. Но я было 55, я ебанул. Но у тебя вроде, наверное, больше сильно не будет. У него резист, наверное, есть какой-то. У тебя, по-моему, кстати, я ж тебе кинул баф. У тебя нет бафа? У тебя должен быть бросок атаки баф. Да, имеется. Ну вот. Поэтому 50% понесу. Под бафчиком, Дэн, делаешь. Ладно, у меня есть 100% атака, я лучше так сделаю. Нормально. Недостаточно движения, да, но здесь я и погибну. Погибнешь как герой. Как гей. Сильный шаг, блядь. Идеально. 30 стрел на таких понадобилось. Че ты в блевоте стоишь? Ну по кайфу мне, бля. Страшно стало. А что такое, бля? Оп, чётенько. Два хп? Мы сейчас файт пройдем, ребят. Такое дело, блядь. Он твой. 10 давай, хп? Да. Но меня не прокнет, но меня не прокнет. Выражайся, мы проебали файт. Прокнет. Ну у меня 5-12 на 55%. Да нет шансов. Прокает.
просто сюда потом встанешь, прям фритейк камни, если есть возможность. Выпей зелье скорости, дважды его ебани. Здесь ты не умрешь. Чего? Слышь, у меня в рюкзаке возьми зелье скорости, выпей и что? Дважды его ебани. И как это работает? Да? У тебя два хода будет, да. А где зелье скорости в рюкзаке? У меня в рюкзаке. Как оно выглядит? Ну, блять, ты открой мой рюкзак, и там... Бля, прикинь, вы мне впадло искать. И в рюкзак нажми, открой, блядь, который не инвентарь, а рюкзак. А, все, я вижу. Ты что говоришь, два зелья, да, выпить или одно выпить? Одно выпей. Так, и чё? У тебя две атаки теперь есть. Блять, надо было попасть, долбоёб. Ребята? Давай, у тебя же еще одна атака есть. Легенда. Ну что дальше? Нет больше зелья скорости. Я не могу его выпить. Ну прижмись сюда к камню. Блять. Я не могу, там цветок стоит. Понял. Все, хорош. Так, наверное. Ага. Раз, два. Пизда. Хорошо, красиво. Ну как? Где должен был ставить? Меню или что делать? Да. Нет, просто что загрузить. Пизда, ну не хватило чуть-чуть. Ну вы фидеры ебаные. Хуй с вами, чего выиграешь? Уебище меня в драку не кидал, блядь. Так ты милишник сам, но должен идти вперед, ничего не знаю. Ты шлюхи нахуй, я последний атаковал, блядь, из-за того, что ты меня кинул. Нет, это из-за того, что ты, ну, инициатива у тебя хуевая. Ты даун, блядь. Так, Костя, из-за того, что ты какой-то хоть урон нанесет, ты убежал и в итоге пососал. За кого я играю? Какого хуя, блядь? Поделом, в смысле? Ну я играю за Дэна. Я за паладина, за СОО. Я играю за Матаю Демрозава. Сейчас я вас перекину, подожди. Не поменяйтесь. Ебать у него обилок. Вас перекинуло? Ты на волшебника. Нет, зависло. Ты должен быть пиздец. Я играю на волшебника, у меня... Зависло нахуй. ...за меньше, чем у Олега. Реально? Короче, я ливаю, пригласите меня заново. Да тоже ливаю. Пригласите меня семеро. Семеро. Или так. О, нахуй у меня Valorant открыт. Пригласишь, короче. Valorant? Нет. Балдуру. Ну чё там, алё, бля? А, блядь, вот прокусить надо точно. Так, Олег, ты первый, заходи. А чем ты занимался, блядь? Я вот там сидел. Справедливо. Как вам кажется? Чем ты меня второй раз приглашаешь? Я уже захожу. А, ты меня изгнал, блядь, зачем? Я не изгонял. Как вам кажется, Дэн получает удовольствие от игры? Ну, в файтах, возможно. Да вы застряли все с Егором, кто хуйней маетесь. Хуй, блядь, где хуйню? Ну ты и рус, рашишь, спидранишь, просто то, чтобы каждый угол проходить. Ты говоришь, идем, Карлах, ты же знаешь, где она, просто идем. Типа, или идем рашить, идем этот. Все, я пока стою.
Кость, заходи. Бля, куда я пришел? Ёбаный в рот. Куда пошел? Я файт начал, ребят. Правильно понял. Да, но я ничего не буду делать, я вас пожду. Я случайно, я просто вперед нажал, драка началась. Ты знал. Дэн, заходи. А почему я за... За кого ты? Ты за себя. Ну а что там? Меч держит вот так, это нормально, да? Вы зашли, нет? Алло? Алло, алло? Алло. Вы зашли? Я могу начинать? Да. А я просто ход не буду заканчивать, короче. А, он прошел испытание, какого хуя? Его просто не столкнул, его Ронто прошел. Не, Ронто прошел, да, с ним не столкнулся. Бля, ну начинать драки, конечно, без этого, блять, без ячеек, это не нравится мне такое, не вайп. Че, зашли все? Алло? Да. Да? Все. Че эти дети делают, блядь? Тебе надо, блядь. Надо их тоже ёбнуть, твари. Ай, блядь. Мне похуй, я полетел сюда. Хуя себе. Сильно, блядь. Ты-то далеко не улетел, слышь. Арррр. Опучая ярость. У тебя на птице типа мясов дохуя или что? Нет, я на птице просто могу летать и глаза выкалывать. Я хочу просто к лучникам подлетать и глаза им выкалывать, чтобы они не стреляли долбоебы. А что псина прибежала сюда? Чтоб тебе яйца откусить. Магический доспех Дэн скастовал. А как он работает? Всю жизнь. Да? Ну, до отдыха. Ну так, походу, я перенял нахуй заветы деда. Ну, парни, только не ебало, не мне одному ломать, умоляю, нахуй. Ну да. О. Непон, о. Ага. О, так. Я не хочу использовать силу Иллизида. Почему? Падла бы здесь. Хуять. A memory. The beast daubs the symbol of the abs buried deep. A tadpole struggles to assert control against the ravenous chaos of her mind. Sensing your presence, its host will feast on null flesh to control that something stirs deep within you. Hung. Оп. Союзничек. Красиво. Ну Костя, ты пиздец, что ты теперь наш союзник. Что ты пса решил не бить? Ну, сам займется этот, нет? Флиндыч. А вы его, кто-то его контролит или это бот? Ну, это бот, мне кажется. Написано, что ты его контролил.
Что? Я, блин... Забейте нахуй. Не хочу никак это комментировать. Нихуя, это как там Дэну прилетело вообще. Просто я не за что, но он доспех скастовал. А, доспех все. О. По мне тип промахнулся. Вот он бы так три выстрела промахнулся, а не один. Тварь тупая. Ты куда там уже подбанить успел, я не успел заметить. Не пон. Ребята. Ходи, блядь, ворона ебаная. Кто ебаная ворона? И че сейчас год звук мне нахуй? Ладно, сильно. Хорош. Ну что, побейте нахуй. Ого, блядь. Нихуйно. Это вообще пиздец. Дана, ну, они стоят, видишь, в ауешке, ебани в них. Я тоже могу ауешкой еще ебнуть. О, за вороной погнал. Дан, ну ебани ауешкой заебал. Так, этому похуй. Ну, можешь Гену разъебашить, если сильно хочешь. Похуй. Ага. Ага, нихуйно. Блять, паладин. Так, может съебаться отсюда? Тут. Вот так. Встать, так сказать, между двух огней. Дэн, давай. Это что за хуйня, блять? А, Дэн просто отбежал. Дэн, труп? Он ёбнул ауешкой. Я на плюс 16 каждого из них ауешкой. А, легенду дан лучше. Какая нахуй помеха? Что помеха, блять? Да кто такая ваша помеха? Ты в ранже от таких генов, потому что помеха. Я может вот так, блять? И черепа. Может еще добить, блять? Добил ноль всем. Пох. Дэн пизды получается, блядь. На нас жестко зацепились, блядь. Дэн, выживай. Дэн, выживай, блядь. На нахуй. Слепота нахуй. Без глаз остался. Вечного полета братья. Вечного полета братья, это можно было сказать Дэну. Если бы он стал. Так. О, ворона опять получила. Кажется, спалили. А, это мразь бежит еще сюда. Слепая. Паскуда, тварь. Если он слепой, как он вообще видит? 1-8 урона есть у меня. Хорош, Дэн. Похоронил. Понадеемся, что прохнет не один. Ну, не один. Угу. Так. Дал пизды на 12. Нормально. Работай. Вон там, да, типчики стоят, значит. Угу. А что мы потом будем делать с этим загнолом? Ну, вот так сделать. Че, ну надо что пайт выиграть и отбежать, мне кажется. Не прокнуло, да, чуть-чуть. Есть чем добить? Три промаха.
Это все? Ну и что это, блядь? Не понял, блядь. Чего добиться хотел? Подлюка. Дэн, есть чем ебануть меня? Нет, я не могу туда достать. Нет? А ну? Работаем. Ой! Ну ладно. Ребята. Ребята. Паралич небольшой поймал. Нет, подожди. А нахуй как ты сделал? Блин, да я сейчас захуярил, сори, блядь. Я думал, он такой вот кинет, я это раньше не тестил. Ай. Сори. Просто за что? Ну ты это, ты заслужил. А вот Дэна жалко, конечно. Ты Дэна въебал? Ну я его поднял уже. Оп, здорово. А, промах, ну да, блять. Что он этот устал, кажется, чуть. Ромату нахуй дал ему. Ребят, теперь он нас точно не достанет. Угу. Копим. Ух, хорошо, блин. Ребята, работаем по нему. Мне кажется, он отомстил своему обидчику. Это чё, бля, за хуйня? Он вылечился. Схуяли. От хромоты, которую я ему. А ну-ка. Нахуй надо мной насмехаться. Подожди, стой, блядь. А, понял. It might be you. Another parasite. Collect it. It might be useful. No traps, please. We're bound for Baldur's Gate. Got some cargo. Joaquin's red. That's. I'll be glad when we're. Ребята, я, по-моему, нам груз нахуй забыл. Есть у нас этот воры? Воры есть? Алло. У нас у Матео Доморозелла ловкость 18. Ну, а чё, как открыть? Че, с инструментами. Есть инструмент? У меня есть. Ну, подашь, бля?
инструмента. Ну, возьми. Где? Я дал все. А как его использовать? Правой кнопкой okay. Вставить. Подожди, может тебе бафнуть можно? А, ну, у меня нет бафов на такую. У меня есть суммарный бонус плюс 7, ну что ж. Опа, изи. Что, сейчас открывается, нет? Работаем. Что было там? Железный флакон и бабки. Я, короче. В этот флакон можно ловить и друзей, и врагов. И друг. Это что за хуйня? Маги, а кто-то есть маг, блять? Дэн. Чем? А ну-ка, смотри флакон, блять. Я тебе скину в инвентарь. Видное место. Блять. Unlock. Рерол нужен. Опа, нихуя. Disguised among the decorative elements. Вот еще сундук надо открыть, слышишь? Да, ща иду. Че, я хочу посмотреть, что там. Capable of trapping and holding a creature. The sealed stopper suggests it is inhabited. Откроешь? Так, что тебе надо еще открыть? Где ты там? Ну. Вот сундук. А как, ты забрал, что ли, эти при... А, не, вот они. А как? А, вскрыть. Ну. Что там? Перчатки какие-то. Ну, какой-то на ярость. Знаю, когда владелец решает прекратить ярость, он получает 15 временных ОЗ. Ну, мне это точно не надо. Это, наверное, кому-то типа... У нас нет варов. У нас нет, на продажу дал. Кто этой хуйней занимается? Что мы делаем дальше? Где там? Ну я лутаюсь пока. Можешь продаться сходить? Китаец перекати поле. Дэн, поставил. Чё? Чё за скиталец перекати поле? Не знаю. Здорово. Получает вдохновение, ё, блядь. Ладно, парни, я в лагерь, мне срочно надо пару вещей решить. Надо срочно продаться. А цены меняются в зависимости, какого торговца ты торгуешь? А, вроде нет. А где Егор? Не умер там? Егор? Живой? Need anything else? Пошли, нужно тому чилу. Это на каком-то эльфийском, я обожаю.
looking for steel? Well, something close. Так, есть у тебя одноручный арбалет теперь или нет? Есть же, блять. Так, подожди, торговля. Только не этот, не рестарт эти, блять, умоляю. Что арбалет приобрести? Короче, весь мусор продаем. Мне тоже игра пока нравится. Начальная стадия. Ну, у меня второе прохождение. Первое. Я что такое? Скрытность. Первое, мы прошли первый акт, и главный, кто играл, задушился. И вот сейчас играем второй раз. Ну, такие уже больше, наверное, по фану, что ли. А, это я зачем подобрал-то? Это продать нельзя даже. А, можно. Даю. Мне, короче, нужно, я что-то смотрел по гайду, два арбалета одноручных. Один я нашел, а второй нужен плюс один. Тут он где-то был. Где он пропал? Я же увидел. Стопудово. Цеп. А вот такого у меня нету. Куда он? А, вот он. Чуть не сгорел. А еще по одноручке. Какая-то одноручка хорошая. А у меня что делает? На себя противник ударит этим оружием, отделись на два хода, получает импульс. Че дает импульс? А чего? После опять респекается. Юрмала? Что? Юмора? Юрмала? А ты что делаешь? Подожди, ты... Один и тот же класс респекаешь? Вообще? Да. Или в данный момент времени? Ну, а давай в данный. Я просто спектался в другого пола. Mm. У Лего какой-то пьяный человек в чате. Чем пьяный? А, потому что ты так же спишь, когда ты пьяный. Ож пью. Когда Дэн пьяный, там невозможно. Юргир, я не знаю. Нет, когда Дэн пьяный, он писал специально, пишет, как... Коряво, чтобы все знали. Что такое Юргир? Где Юргир? Мне впадло заниматься. Я проходил только... А, так я только первый акт проходил. Юргир во втором акте. Юргир во втором акте, да. Мы же только первый прошли, получается. Ну, почти прошли. Какая лучше? Какая лучше броня для меня? Егор, ты тут? А. Вот смотри. Есть броня средняя, 13 класс. Вы получаете бонус плюс один к испытаниям и проверкам на ловкость. Ну, то есть, у меня не постоянно, правильно? Да. И есть броня, которую ты мне дал от Барда. Воодушевляя союзников бардовским вдохновением, получаете 4 временных ОЗ. Что лучше? Ну, что тебе важнее, своя жизнь или жизнь тиммейтов? Ну, короче, ты мне предлагаешь среднюю, я понял. Ладно, уж посвечу. Так. А, перчатки я продаю, правильно? Никому не нужны. Какие? И этот, и... Ну, для варвара.
Ярость. Не, мне в РЛ такие бы понадобились. Разбитый цеп нужен кому-то? Поражая противника этим оружием, его владелец исцеляет себя на 1-6 УЗ. Однако, если он не будет поражать противников в каждый свой ход, то может впасть в безумие. Невероятно. Короче, нахуй, правильно? Правильно. Блять, отдай выросские инструменты. Ну, бери. А нет, у меня есть, забей. Ну, пусть я тоже буду, я ж блокой задохуя у меня. На какую кнопку инвентарь пере этот? Ай. Или нужно все вручную, слышь, Егор? На какую кнопку можно инвентарь подсобрать? Или все надо вручную переносить? Кнопку не скажу. Почему? Потому что я не знаю. Я все руками, ну... Там есть сортировка слева сверху? Ладно, мне впадну. Ну я руками сортирую свой инвентарь. У меня все красиво ухожено. Кнопку, честно, не помню. Looking for steel. I have, well, something close. Что, мы что идем делать? Бля, ребят. А-а-а. Тут чувак не хочет свой амулет отдавать. В каком смысле отдавать? Ну, я попросил отдать свой амулет, он не хочет. Ну, нет, два варианта выбора есть. Можешь это сейф нажать? Нет. Нажми-ка сейф. Так. Давай, убирайся нахуй. Ты решил просто запиздить каких-то мужиков, я правильно понял? Абсолютно верно. Отлично. Ну и не правы были. Одного я уже нахуй выкинул. Они были неправы. Один, вот, видите, пятно крови и море, блядь. Так. Что я делаю? Как? Так. Угу. Угу. Так, все, ребят, сейф, ничего страшного.
просто так отпиздил трех человек? Но он не хотел давать этот амулет. Что мог сделать? Это же был его амулет, да? Ну, кажется. Я вежливо попросил, блядь. Тебе нужнее, да? Конечно. Я хуй с этого типа, если честно. Все. Амулет на месте. Тоже решил поживиться тут или че? Это реально, просто типа захуярил. Да спи себя захуярил, он первый напал. Конечно, я... Ты еблан? Ты чё? А кто это был? А чё бой начался? А ты что наделал? А почему бой начался? А чё происходит? Почему бой начался? Ребята, а что такое? Ты что-то спиздил? Дай угадаю, ты подошел к этому красному трупу и нажал на него? Ну я в приседе был или нет? Ладно, неважно. Мне кажется, у нас есть шанс победить. Бля, че, ты на улице видел, сколько их стоит? Да им пизда. Да у них тут у всех по 8 хп, че нам? В смысле пизда, мы просто убьем всю деревню? По 8 хп. Ну а что делать, они первые напали, блядь. 22, 26 там. Как говорит Олег, они первые напали. Это правда, ребят, вы кому верите, мне или им? Тебе, бро. А давно сейф, Егор? Да не так давно. Когда этот дебил попросил меня засейвиться, что он драку начал. Загружайся. Да что, вам не интересно посмотреть, что будет? Я знаю, что ну будет. Ну что, это пиздец, что будет, блядь. Со мной рядом стоит два типа по 20 хп, нахуй. Удачи, блядь. У меня уже нет 7. Ладно, я кузнеца захуярю. Я как раз на него скупился, можешь хуярить. Дэн. Чё? А где помощь? А, ты тут тоже с нами? А, вон ты стоишь. Дэн. Придется вписаться как бы. Дэн, скажи, что ты его рот ебал. Есть. Так а что, если я убил труп, типа, я не могу его залутать? Типа, что за бред? Ничего не понял. Вот мне кажется, после такой какой-то битвы дед задушился и больше не играл. Вот после, когда мы на всю деревню напали, блядь, в пещере. В смысле, дед задушился, помнишь когда? Ну, когда мы на гоблинов напали. Когда мы приплыли, на гоблинов напали, да. И гоблины нам пизды дали. Да, да. Нам там, по-моему, чуть-чуть не хватило. Да что за хил? Нихуя себе. Нахуй время тратим, парни. Ладно. Я еще раз их отпишу, кстати. Мне амулет нужен. Да-да-да, этот чел, это пиздец. Ну, меня же не повязали за то, что я на них напал, правильно? Меня повязали за то, что я начал их лутать. Дэн, как тебе игра вообще? Он отказывается комментировать. Сидит вам фейспалмит в альтабе. Пандропа его слушает. Дэн, поговори со мной, пожалуйста. Поговори со мной. Мы, по-моему, зависли, да? А, нет, все, заебись. Как тебе, говорю, игра вообще? А где я? А, это я за Дэна, блядь, играю, ебаный в рот. Говно? Короче, я выхожу. Перед этим. Почему? Что происходит, непонятно. Убиваем всех подряд, блядь. Что-то. Убиваем всех подряд, поэтому игра говно. Короче, ну это абсолютно не то, как я играю в игры, поэтому я не могу вкусить прикол этой игры. Я в сталкере ребутался просто 100 раз, чтобы у меня каждый чел, с которым нельзя поговорить, выжил. А здесь мы убиваем даже тех, кто типа. В чем я сервака выкинул? Важен. Бля, а в чем смысл 100 раз ребутаться? Это вот я просто не понимаю. В чем интерес? Мы сейчас ребутаемся, потому что... Не, сейчас ребутаемся... Нет, сейчас ребутаемся, потому что у меня вылетело. От этого ребутались, потому что у нас не было шанса файт победить. Сейчас ребутаемся, потому что ты напал на деревню, не потому что... Я не напал на деревню, у меня чипы напали, наехали. Чел, ты их лутал, наверное, потому что, блядь, крал... Я ничего не крал, я подошел, короче, побазарить.
Ты лутал труп с красным сундуком. Я его на цел лутал. Я его на цел лутал. Какая разница? Ты думаешь, это, блядь, панацея или что? Я на цел лутал. Если труп красный, значит, его нельзя лутать. Значит, это... Да вообще никак. А нахуй тогда я его убил, блядь? В чём-то смысл этого амулета? Блядь, ты убил их в городе, нахуй. В так мирном. Они в городе стоят. Ну ладно, я не буду больше. Дэн в кейдос зашел, ребята. Ну что-то подсказывает, что он не будет. Я решил проверить, что будет. Проверил? Да. Ну я не знаю, кстати, это то, что я их начал лутать. Ладно, я пошутил. Я не пошутил же, ребят. А что, меня тип может пригласить, нахуй, я не знаю. Но я ведь не пошутил. Я не хочу. Ты в КС пошел? Да. Грубо. Ну, я немного бегаю перед сам, чисто дэм какой-то. Блять, а как выйти? Сюда. Олег, идем в Valorant. А который час? Полтретьего. Не знаю. А с кем появляется зеркало, слышишь? С бабкой. Просто в лагере пы. А, и там дверь зачарованная, там не зеркало. Так что, мы доиграли на сегодня? Ну, да, получается. Ну, походу, навсегда. У меня есть чел, который ему нравится, Валдур, у него там тоже под 300 часов, если хотите, я вам могу его посоветовать. Блять, у меня камера зависла, как отвиснуть? Fox.